День выдался очень хорошим. Ласково пригревало солнышко, которое не по-северному щедро дарило свое тепло. Безоблачное голубое небо влекло к себе бесконечным простором. По широкой таежной реке, мерно покачиваясь на волнах, плыл белоснежный красавец-теплоход. Он гордо нес на своем борту множество пассажиров. Кто-то из них лениво расхаживал по палубе, переговариваясь друг с другом. Кто-то, сидя, загорал, кто-то читал, а кто-то просто наслаждался пейзажем, слушая мирное течение могучей реки. Некоторые пассажиры кормили летящих за кораблем чаек. Это было такое увлекательное занятие! Люди подбрасывали вверх куски хлеба, а чайки ловко хватали их на лету и тут же проглатывали. Самой оживленной пассажиркой была 7-летняя девочка Неля в голубой юбке и белой футболке. Она без усталости бегала по палубе между взрослыми, которые, глядя на нее, снисходительно улыбались. Иногда девочка подбегала к своему дедушке, цепляясь за его руку, и бегала вокруг него, заставляя его кружиться вместе с ней. Вскоре бегать ей надоело, и она пристроилась у борта теплохода наблюдать за белокрылыми чайками. Птицы стремительно спускались к самой воде с заброшенным куском хлеба. Многие чайки громко кричали, как будто переживали, что упустили лакомый кусок. «Хватит ли им всем хлеба?» — думала девочка, внимательно рассматривая птиц. «Их так много!» Вдруг, неожиданно для всех, чайки одновременно отлетели в сторону от теплохода, а затем стали делать что-то непонятное. Выстроившись цепочкой, они стали по очереди одна за другой резко опускаться к воде и быстро подниматься вверх. Вот одна чайка ринулась вниз к воде, но, немного не долетев до нее, тут же устремилась вверх. Следом другая полетела вниз и, также не долетев до воды, поднялась вверх. Третья, четвертая и все остальные делали то же самое, что и первые чайки. «Странно, почему чайки перестали ловить хлеб?» – удивилась Неля. Взрослые тоже пристально наблюдали за птицами. Многие из них начали высказывать свои предположения. Может, они увидели стаю рыб? Наверное, они наелись, а теперь решили поиграть. Но когда чайки приблизились к кораблю, кто-то из пассажиров крикнул: «Смотрите, смотрите, чайки-то воробья спускают!» Неля стояла с широко раскрытыми глазами. Она тоже увидела, что чайка одна за другой подлетали к маленькому воробью и подбрасывали его своими спинами в сторону теплохода. У девочки замирало сердце всякий раз, когда ей казалось, что воробей вот-вот упадет в воду. Но этого не происходило, потому что чайки вовремя подставляли свои белоснежные спины. «Вот так спасительницы!» — восхищались пассажиры на борту. Чайки постепенно приблизились к теплоходу и закинули несчастного воробья на самую верхнюю палубу. Как ни в чем не бывало, они снова стали летать над водой, выпрашивая у людей хлеб. «Дедушка, воробей умер?» – спросила Неля. «Нет, он сейчас отдохнет и полетит дальше. Если бы не чайки, погиб бы воробушек, не долетел бы до родного гнезда. Чайки преподали нам сегодня хороший урок». Неля утвердительно кивнула и приготовилась слушать дедушку. «Ты уже знаешь, что всех птиц сотворил Господь. Это Он вложил в них способность помогать друг другу. Чайки увидели ослабевшего воробья и не оставили его в беде. Даже вкусный хлеб не отвлек их от такого важного дела. А вот мы, люди, порой забываем помогать друг другу. Свои заботы и интересы мешают нам увидеть, что ближний попал в беду. Слово Божье учит забывать о себе ради других. Давай, Неля, запомним с тобой этот урок,
который преподали нам чайки и воробей, и будем стараться всегда помогать другим». Дедушка ласково погладил внучку по светлым волосам. «Ты согласна?» «Да, дедушка!» — воскликнула Нелли и радостно помахала рукой белокрылым чайкам.